сегодня начинается самая статусная неделя моды в России. Это Мерседес. И сегодня наша съемочная группа телеканала Hello Russia здесь, чтобы познакомиться с теми, кто приходит на неделю моды. Итак, мы уже в манеже и не будем терять время. И сейчас мы постараемся узнать, как должен выглядеть модный человек этой осенью. Для чего вы пришли сюда? Я сюда пришел посмотреть показы и увидеть, что какие новые тренды в этом году, и посмотреть на модных и светских людей Москвы. Как вы думаете, если бы вы вышли 100 лет назад в таком виде, что бы о вас люди подумали? Они подумали, что я инопланетянин. Полюбили бы. Я думаю, что меня бы не поняли, потому что 100 лет назад это совершенно другой стиль, это платье в пол, все такое красивое, нарядное. Какая у вас самая модная вещь в вашем гардеробе? Сейчас у меня, тут все модное на самом деле. Да, это, знаешь, так по мелочи просто в кармане наскреб у себя и прилепил по-быстрому. Это просто были новейшие брюки, это коллаборация была Луи Виттона, Версачи, Джимми Чу, Джамалона, Мой Дадира. Как вы думаете, вот какая вещь должна быть у человека, вот чтобы он был модным? В принципе, возможно, это может быть его будут личные дизайнерские какие-то вещи, задумки, это может быть все что угодно. Я не считаю, что какая-то определенная вещь должна быть у человека, чтобы он являлся модным. Мне кажется, нужно просто иметь свой вкус, иметь свой стиль. Что самое модное в вашем гардеробе? Наверное, кроссовки Gucci. У меня барсетка тоже от Gucci. Не знаю, разноцветные носки. А на сегодняшний момент вот эти Versace, они делают весь лук на 99%. А как ты думаешь, что должно быть в гардеробе у каждого модного человека? Базовые вещи. 5 белых футболок, 5 черных футболок, одни джинсы, одни черные брюки, черный пиджак, косуха и тренч. Так, myslím si, že Fashion Week Moskva má vysokou úroveň, patří mezi nejhezčí, který jsem viděl. Это самая лучшая неделя моды, которую он видел вообще.